Сегодня мы с вами создадим видео на искусственном интеллекте и будем использовать сразу два инструмента. Первый – это ИИ, о котором я говорил в этом видео. Если не посмотрели, то рекомендую этого сделать. Этот бот генерирует текст. А второй инструмент озвучит текст первого бота. И он не только создает аудиодорожку, он использует лицо и тело человека, чтобы озвучить информацию. И не только человека. Об этом чуть позже. Сразу перейду к делу, чтобы вы сами все увидели и имели свое мнение об этом инструменте. Для создания видео сначала нам нужен текст, поэтому открываем первый искусственный интеллект, который его генерирует. Выбираем нужный язык, выбираем тон, block section writing, и я напишу топ криптовалют для инвестирования. Продублирую название, выберу, чтобы сразу мне выдало два варианта, и ждем. Криптовалюта – это цифровой актив, предназначенный для использования в качестве средства обмена. Он использует криптографию для защиты и проверки транзакций. Мне все понятно. Мне нравится и выберу первый вариант. Копирую и открываю второй сайт. Нажимаем «Создать». Тут можно выбрать готовый шаблон и изменить его под наши нужды. Их много, они все разные и выглядят профессионально. Я выберу этот шаблон. Можем его посмотреть и нажимаем «Создать». Я использую этот слайд, остальные удаляю. Тут можно изменить язык. Как видите, на английском много голосов. Мужских, женских, разные акценты. К сожалению, на русском все не так радостно. Вставляем текст, которого генерировал предыдущий бот. Это я удалю. Этот текст я хочу изменить. Напишу просто «криптовалюта». Цвет сделаю белым. Немного его переместим в левую сторону экрана и меняем аватар. Как видите, их тут немало. Женские, мужские. Выбираете тот, который вам больше нравится. Я выберу Анну. И у нее два аватара – бизнес и casual. Я выберу бизнес, так как тема у нас про инвестиции. Этот телек перемещу. Затем зайду в Google и найду фотографию по теме криптовалюты. Скачиваем и загружаем сюда. В принципе, все готово. Я не буду сильно заморачиваться и терять ваше драгоценное время, ведь главное, чтобы вы видели, как это работает и каков конечный результат. Когда все готово, нажимаем Render. Видео будет готово через 24 минуты. Я, конечно, подожду эти минуты, а вас избавлю от ожиданий. 24 минуты прошли. Видео готово к просмотру. Нажимаем Watch. И тут кнопка для скачивания. Видео скачивается, но мы можем и прямо тут посмотреть, что получилось. Криптовалюта – это цифровой актив, предназначенный для использования в качестве средства обмена. С ростом популярности криптовалют все больше и больше инвесторов ищут способы инвестировать в них. В этой статье мы обсудим некоторые из лучших криптовалют, которые инвесторы должны учитывать при поиске потенциальных инвестиций. Мы также обсудим варианты их использования и преимущества перед традиционными инвестициями, такими как акции и облигации. Наконец, мы предоставим обзор того, как безопасно и надежно инвестировать в эти цифровые активы. Получилось очень даже ничего. Конечно, губы шевелятся как-то неестественно, но возможно это потому, что эти аватары не учили русский язык в школе. Предлагаю посмотреть, как это выглядит на английском. Cryptocurrency is a digital asset designed to be used as a medium of exchange. With the growing popularity of cryptocurrencies, more and more investors are looking for ways to invest in them. In this article, we will discuss some of the best cryptocurrencies that investors should consider when looking for potential investments. We will also discuss their uses and advantages over traditional investments such as stocks and bonds. Finally, we will provide an overview of how to safely and securely invest in these digital assets. Мне кажется, на английском немного лучше. Немного. Кроме аватара человека, можно использовать и этого персонажа. Сегодня у меня много задач. Инвестировать в криптовалюту, заниматься спортом и вкусно покушать. Он прикольный, но все же мне не нравится, как они работают губами.
Он прикольный, но все же мне не нравится, как ненатурально они говорят. Я думаю, что им нужно еще работать над этим и улучшить эту часть. Кстати, они могут создать аватар под вашу внешность. Вам нужно только сделать себяшку, и на основе этой фотографии они сделают вам аватар. Но есть одно маленькое но. Эта услуга стоит $260. Вы меня поняли. Поговорим о цене этого искусственного интеллекта. Бесплатно вы можете создать только одну минуту видео. Чтобы бесплатно пользоваться дольше, вам нужно создать новый аккаунт с новым имейлом и создать вторую минуту вашего видео. Это не совсем удобно, но для тестирования достаточно. Следующий план – это Basic. Стоит он $29 в месяц, и вы можете создать 15 минут видео в каждом месяце. Advanced – $99 в месяц, 50 минут видео и чуть больше функционала. Больше голосов для озвучки текста. Можно загружать музыку для фона и сохранить видео в качестве 4К. Есть еще и Corporate план. Это уже для больших компаний. Вот такие у них цены. Много это или мало? Напишите свое мнение в комментариях. И в общем напишите, как вам этот инструмент. Лично я думаю, что им нужно еще немного поработать над качеством озвучки. А в остальном мне нравится. Инструмент очень удобный и полезный. Его можно использовать для разных презентаций, можно создать новостной канал на YouTube и так далее. Спасибо, что досмотрели меня до конца, и спасибо за вашу поддержку.